Мяляки Алиева приходит на работу ежедневно в одно и то же время – в 9 часов утра. Она сотрудник Генеральной прокуратуры Азербайджана. С мая этого года занимает должность прокурора пресс-службы Генеральной прокуратуры страны. Сегодня для нее, как и ее коллег, особый день. 1 октября они отмечают свой профессиональный праздник. Но работа никогда не ждет. Это была моя детская мечта. Как и я всегда была борцом за справедливость, я считала, что лучшим борцом, чем работник прокуратуры, быть не может. В органах прокуратуры Мяляки Алиева с 2018 года. Начинала следователем, затем работала помощником прокурора. Мы работаем 6 дней в неделю, 5 из них с понедельника по пятницу, мы работаем с 9 до 7 вечера. В субботу у нас укороченный рабочий день, мы работаем с 10 до 3 до 4. Но все в зависимости от количества работы на день. Если работы больше, мы можем и должны оставаться больше. Рабочий день прокурора пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Мяляки Алиевой начинается с полного мониторинга СМИ. Это позволяет исправить искаженную информацию и даже предотвратить многие преступления. Тем самым мы наблюдаем за тем, как социальные сети или те же самые газеты раскрывают информацию о уже совершенных преступлениях или о тех действиях, о которых мы говорим в своих официальных источниках. А также правильный своевременный мониторинг социальных сетей и газет также может привести к тому, что мы можем пресечь будущие преступления, и тем самым наша своевременная реакция на эту информацию может повлиять на пресечение совершения этих преступлений. В свой профессиональный праздник сотрудники прокуратуры Азербайджана заслуженно принимают благодарности за свой труд. Напомним, что о проведении 1 октября, Дня защитников закона, распорядился общенациональный лидер Гейдар Алиев в июле 1998 года. Анастасия Панарина, Наиб Гаджиев, CBC.